Всероссийское мероприятие проходило в Сочи 1 и 2 ноября. Все желающие могли отдать мелочь на благотворительные цели. На этот раз фонд «Линия жизни» призвал помочь трехлетней Ксении Дмитриевой. Ей необходима сложная операция. Сочинцы оказались очень активными, приходили целыми семьями. Итог – 104 120 рублей 95 копеек. Ни в одном городе, не считая Москвы, организаторы не собирали столько денег в рамках этой акции. Проект «Чья-то жизнь уже не мелочь» планируется повторить в Сочи весной в мае.